Бывший криминалист Денис заделался чистильщиком. Теперь он прибирает места преступлений, чтобы не осталось ни единой капли крови. Вскоре ему предстоит узнать, что он не помогал бедным родственникам жертв, как ему говорили, а избавлялся от улик, сделанных оборотнями в погонах. Обратившись к знакомому полицейскому, он получает возможность поучаствовать в программе по защите свидетелей и отправляется на море. Главные роли в картине «На страже пляжа» исполнили Антон Филипенко, Екатерина Ковальчук, Артем Гайдуков, Михаил Горевой и другие. Продолжение криминального проекта «На страже пляжа» запланировано к выходу на конец 2024 года. Благодаря упорству режиссера Акаки Саакашвили съемки идут в быстром темпе, а значит, у зрителей есть все шансы увидеть проект вовремя. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.